К борьбе со стихией готовы. Такое количество техники подготовлено к зиме в Щелкове. Пожалуй, впервые все эти машины будут работать в городском округе в этом зимнем сезоне. По традиции, в начале периода холодов прошел смотр техники. Готовность коммунальных служб к уборке проверили заместитель главы округа Анастасия Агеева, депутаты окружного совета и сотрудники профильных областных ведомств. В Щелково очень много техники. Это, наверное, один из самых большого количества техники в городских округах. Поэтому я думаю, что зима должна пройти хорошо и все должно содержаться своевременно. Автопарк заметно пополнился. Холодный сезон для коммунальщиков – горячая пора. Без всех этих машин просто не справиться с задачами зимой. Но главное звено в этом процессе, конечно же, люди. Наводить порядок в округе будут 139 водителей и механизаторов, а также 482 дворника и представителей других специальностей. Готовы выезжать, убирать, чистить? Вот техника вся исправно готова. Да. Когда дело касается уборки территории, особенно зимой, лишних рук, как говорится, нет. Словом, рабочие места есть. Получили в этом году очень много тракторов для зимней уборки, поэтому ждем всех на нашу работу. Да, у нас все готово, сейчас прошел смотр, то есть инспектор оценил высокое качество готовности нашей к зиме. 96 тракторов, 8 комбинированных дорожных машин, 11 погрузчиков и 15 мини-погрузчиков, 69 единиц другой коммунальной техники и 83 единицы оборудования и малой механизации. Вот такой внушительный автопарк подготовлен в этом году. И вся эта техника должна будет избавить город от наледи и сугробов, справиться с последствиями снегопадов, которые, как мы понимаем, начнутся уже совсем скоро, ведь зима близко. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.